Ежедневно проходят стримы в 19:30 по Москве, ребята, если что. Всем здорово, с вами Бодяга. Вчера на стриме, как раз, который начался в 19:30, вы просили посмотреть Мияги Самура. Я обещал сделать реакцию. Давайте заценим, потому что, хоть я и не слушаю Мияги Эндшпиля, вот, но некоторые треки я постоянно встречаю в челленджах, не подпевая, кстати, смотрите, мы проходим челленджи. Вот, и постоянно слушаю их, ну и, конечно, мне нравится их творчество. Погнали заценим. Я посмотрел с вами только первые 10 секунд. Это как раз вот эта анимация. А есть русские субтитры? Окей, я понял. Вот до сюда мы где-то смотрели. Нет, даже раньше. 10 секунд. Кстати, очень красиво. Пела мне песни про лето, меняла меня меланхолика светом. Баллада пирата, комета, летящая вдаль, умирали. Блин, у меня глаза болят. И трепетом ветра окутал разум, я очарованный дикими пазлами гетто. Сам наломал тех дров, а художник слепо рисует сюжеты. Пожагали ноги, мой, от тебя на любоваться. Обосраться! Вы хотите увидеть мои мурашки? Хотите увидеть, как у меня все руки в мурашках? Я вот чисто паука этого увидел, я уже понял, что это будет охеренная, ну, типа, работа. Это типа наблюдает, как паук, да, себя ведет. А, нет, понял, все, я понял. Он типа пришел паука убить. Который приходит сам и во сне всех убивает. Ну, типа не во сне, а приходит, когда люди спят. Как мы на первых кадрах увидели. По-доброму перебрут и пруд, понт убит, в кало, клемай, сумант, это диды, да, финки, ты мол, вас, суки, любки, став, стопудово там. Во, круто. Он разбил себя под убитый флам, зазвездился, мол, и добром прикрыт, в голову стрелял, мол, но отскочил ему, повезло лишь, а так не айс, его троллишь, троллишь, но не лай, ты готов всегда подходить, сумон, ты прикинь, сегодня сорил баблом, он такой сукой, он богатый сит. Вы тоже текст слушайте. Он не заслужил там ни по любви. Прости за все это, родная, беги. Видите? Вы видите это? Вы видите вот это? Нет, здесь уже прошли, вот здесь они. Круто. Мне, да, я так и подумал, что это иллюзия. Господи, у меня мурашки. Это просто жесть, чуваки, я не знаю, видно или нет. Все, сейчас будут писать все видео, Богдан что делает? Комментирует и показывает мурашки. Да ну, а чё так мало? Мало!
Пипец, сколько людей работало над этой работой, вы видите? Американцы, по факту. Короче, я чё я могу сказать? Это очень крутая работа, очень крутая. Мурашки просто идут. Просто конкретно. Это офигенный клип. Очень крутой. Очень крутой. Очень крутой. Очень... О, господи, это конкретно все. У меня прям поперло. Я что могу сказать? Вот то, что я сейчас увидел, я просто офигел. Это очень крутая работа. Смысловая нагрузка офигенная. Просто вот со смыслом здесь очень круто сделали вот этот клип. Это офигенно. Я даже не знаю, что еще можно добавить. Типа, анимация здесь, самое важное, это анимация в клипе. Это вообще круть. Типа, вот прям как, ну, настоящий фильм. Это все, что я хочу сказать. С вас я попрошу только поставить тоже лайк, прокомментировать, как вам понравилось или нет. Блин, круто! Слава богу, я на стриме не посмотрел, а то посмотрел бы, меня бы уже не так удивило это. С вас я попрошу только поставить лайк, подписаться на наш с вами YouTube канал и... 19.30 ежедневно стримы, заходите на стримы. И до новых видосов. Да.